Всем привет, друзья! Вот смотрите, это наша новая красавица. Это канадский черный волк. Вчера забрали. Вот, это новый друг Ахиллеса и Луны. Вот, будут дружить. Будет очень интересно наблюдать за ними, как они будут ладить. Так как у меня два волкодава, наверное, знаете, породы армянский гампер. И вот всю жизнь мечтал, чтобы купить волчонка. И вот вчера купил. Вот. Смотрите, ей пока 20 дней, она очень маленькая. Поэтому я пока не могу познакомить ее с моими волкодавами, так как она еще маленькая. Сейчас она немножко подрастет, и будем знакомить. Вот, смотрите, какое чудо. Вот, ходит, ходит там прям. Короче, ребят, решили уже, назвали ее Несси. Вот, ее зовут Несси. Будем наблюдать все вместе, как они будут ладить с Ахиллесом и с Луной. Несси, иди сюда, моя девочка, иди. Иди, моя хорошая, иди сюда. Иди, моя девочка, иди. Иди, ай, молодец. Ай, молодец. Молодец, моя хорошая. Вот она поднимается, она голодная. Я вот только с дачи приехал, покормил там своих волкодавов. И сейчас уже очередь ее, буду сейчас ее кормить молочком. Вот молочко. Сейчас будем кормить. Она голодная. Вот пальцы мои. Вот облизывает, обсасывает. Несси. Моя девочка, моя хорошая девочка ты. Вот очень активный щенок. Ходит вот целый день вот так по квартире. Вот ходит, бродит. То есть не такая там шугливая, вот, но шустрая, я бы сказал. То есть не боится там. Сейчас будем кормить молочком. Она очень голодная. Я вот покормил где-то пару часов назад, съездил на дачу, покормил Ахиллеса и Луну. Сейчас будем кормить Несси. Вот, смотрите, поднимается. Несси, иди, моя девочка, иди. Иди, моя хорошая. Ты маленький волчонок. Несси, хорошая девочка. Да, будешь пальчик кушать? Будешь? Будешь? Вот. Голодная, смотрите, ребят, смотрите. Смотрите, голодная. Она кушать хочет. Сейчас будем кормить. Моя девочка, ты хорошая. На, пальчик. Будешь пальчик? Да ты моя хорошая. Так что, ребят, обязательно подписывайтесь на канал. Скоро будет на канале очень жарко. Будет очень много интересных видео. То есть реакция, там, знакомство волчонка с моими волкодавами, как они примут ее, как будут реагировать. И вообще в дальнейшем там, то есть волк будет жить, волк будет жить среди волкодавов. Я думаю, будет интересно над этим наблюдать. Так что, кому интересно, подпишитесь. А от меня то, что будет все интересно, я гарантирую, будет все в лучшем виде. Вот. Несси, не надо туда, не надо. Иди, моя девочка, иди, сейчас будем кормить. Иди сюда. Иди, моя хорошая, моя девочка ты. Зубов пока нету, ребят. Сейчас попробую, попробую показать. Только десны, вон. Видите? Не видно? Ну, если, ну покажи, покажи зубчики, покажи. Покажи, моя девочка, покажи зубчики, покажи.
Маленькие иголочки только-только выходят. Только прорезали десну и выходят новые зубчики. Да ты моя хорошая девочка, ты такая добрая. Посмотрим, каким ты вырастешь. Не сожрешь ли нас? Да, Несси. Хорошая девочка, хорошая. Ты голодная. Давай не будем тебя мучить. Сейчас телефон передадим маме. Пускай мама снимает. Я буду кормить. Хорошо? Моя девочка, хорошая ты. Хорошая. Да, чудо, ребят, смотрите. Глазки такие добрые. Вот, очень добрый взгляд у нее. Да, Несси. Красавец ты, красавец. Ушки уже стоят, смотрите, ребят. Вообще бомба, щенок. Ах ты моя красавица. Несси, хорошая ты девочка, молодец. Сейчас будем кушать молочко. Молоко будем кушать. Ладно, ребят, сейчас тогда будем кормить ее. Ребят, ну вот, она заснула. Молоко стоит рядом, и она заснула. Но сейчас будем пробовать ее реакцию на запах молока. Смотрите, сейчас попробуем на запах. Сейчас. Блин, вот только что она чуть не проглотила эту бутылку. А сейчас как закон подлости, как начали снимать. Несси, давай кушать, моя девочка, не будем тебя мучить. Давай, моя хорошая, иди сюда. Иди, моя девочка. Ты моя хорошая. Ты моя девочка маленькая. Давай, кушать будем сейчас. Давай, иди сюда. Несси, давай. Все, молочко, давай. Хватит. Опа, ребят, смотрите, реакция. Голодный, блин, когти такие хуже, чем у кошки. Смотрите, что она делает. Вот аппетит. Вот, смотрите, ребят. Ешь, моя девочка, ты голодная. А мы мучаем тут, снимаем тебя. Кушай, моя хорошая. Молодец, Несси. Молодец, моя девочка, ешь. Ребят, когти такие вообще. Вот поближе покажи когти, смотри, какие прям. Сейчас прям проткнет эту вену, смотри. Да, моя девочка. Молодец. Ну что? Что? Что ты, моя девочка? Что? Захлебнулась, что ли? На, давай. Давай. Давай, моя девочка, иди. Вот, ребят, будем кормить пока молочком где-то пару недель. А потом перейдем на фарш. Еще где-то недельки 2-3, ну месяц может, еще будем кушать только фарш, куриный, говяжий. А потом уже перейдем после этого на мясо, на говядину, на оленину. Несси, ну кушай, моя девочка, кушай. Не хочешь? Все, ты наелась, что ли? На, моя девочка, ешь. Ешь, моя хорошая. Ты все не хочешь больше? А? Ты моя девочка. Маленькая. Хорошая. Все, видите, ребят? Она кушает и сразу все засыпает. То есть, все, смотрите, 2 секунды и все, она уже спит. Маленькие щенки всегда так. Они молочко кушают и спят. Все, уснула. Ну ладно, ребят, надеюсь, передал вот это чувство, любовь к
этому маленькому созданию. Вот. Все интересно еще впереди. Будем снимать хороших, интересных видео. Главное, вот я сам прям с нетерпением жду, когда она немножко подрастет, и познакомлю с Ахиллесом и с Луной. То есть с моими волкодавами. То есть волка будем знакомить с волкодавами, и будет наш волчок будет жить среди волкодавов. Но пока она маленькая, немножко подрастет. Они, я уверен, что они не обидят ее. Вот. Но просто боюсь. Луна у нас очень игривая. Она даже с кошкой так, ну, грубо играет. Она тяжелая, там, килограмм 60-65 килограмм у нее. То есть, вы представляете, маленькую, если она там лапой там задавит, там, сломает там лапу, там, кости, там, все что угодно может быть. Она очень, то есть, грубо играет, то есть, прыгает, то есть, она очень активная, любит бегать, прыгать. Поэтому, я думаю, раньше, чем там месяц, через месяц, точнее, то есть, когда ей будет уже примерно там 2 месяца, когда она окрепнет немножко, тогда уже смело можно попробовать их познакомить. Думаю, будет интересный контент. Всем будет интересно, будут смотреть, так что подписывайтесь обязательно. И будем наблюдать, как они будут ладить, кто будет доминировать, кто будет альфа-самкой, то есть Луна или она. Как с Ахиллесом, она будет признавать Ахиллеса. Ахиллес у меня кобель. В общем, все интересно еще впереди, ребят. Ладно, всего хорошего вам, до новых встреч.